вот когда еще мы практиковали что-то вдвоем, молились, ну, у меня сначала я не почувствовала, просто потом сижу, у меня как, ну, аллергия, ну, на всякие вещи. Из-за этого у меня нос тут как бы забит немножко, я не слышала, ну, не чувствовала запахи. А раньше, ну, как у беременной были, то есть я вот, например, здесь сижу, я могла чувствовать, что вот Вова поел, ну, там вот такое вот. Ну, как бы, да, как вот у беременных бывает, и у меня просто, я понимаю, что у меня не дышит это все, но не чувствует, потому что я запахи давно уже не чувствую. А вчера я жвачку положила на, ну, бумажку клубничную, и вот Маша за меня, ну, вот мы молились, все, сказали, проверяйте, думаю, ну, как бы, у меня руки там исцелятся сразу. Быстро. Я сижу, думаю, вроде ничего не вижу таких явных. И чувствую, пахнет вот этой жвачкой. Такая Маша, говорю, я чувствую запах. Вот. Ну, как бы для вас это естественно, а я-то их как бы вообще капец как чувствую. И да, и туалетную воду сегодня прям пришла на служение, чувствую, сестры надушняют, пахнут. Слава Господу.